и товарищи Шикарна, наши министры напрямую звонят с производителем США и заказывают, и условия диктуют. Ну, что нам надо? Какой там прицел, блядь? Что там написано? Вообще пиздец. Костопня, блядь. Такого не было. В нашем государстве США, у Америки, у США, ни к одной стране, ни к одному народу на планете Земля не было такого доверия и такой помощи. Ну, а у вас союзников даже нету. Ну, кто за тебя будет воевать? Руси Швайн. Ты что там сидишь? Пидор, блядь. Срочно на фронт. Все должны казацкие свиньи сдохнуть. Утилизация продолжается. Кацапы. Все на фронт. Ты прокладка ебаная, блядь, понял? Ты прокладка, блядь. Засанная, блядь, вонючая женская прокладка, блядь. 8 лет ты тут воняешь, блядь, а толку нихуя, блядь. Это ты про Путина говоришь? Путин прокладка? Не, в Украине его называют хуйло. Во всем мире его называют хуйло. Он не прокладка. Почему ты решил, что Путин прокладка? Прокладка, блядь. Ты прокладка, блядь. Косая, блядь, прокладка, блядь. 8 лет ты, блядь, скулишь, блядь. Прокладка ебаная. Ебал мой хуй, блядь. Вот это скулильник, блядь. Как собака, блядь. Скулит и скулит 8 лет, блядь. Все воюет, блядь, поступает. Друзей дохуя, блядь. За 8 лет, блядь. Кацап, я на вас стажировался. У меня язык теперь знаешь какой? Очень правильно подвешенный. Вот, на старых пидор-кацапах я 8 лет стажировку проходил. Вот, я очень часто не глушу ваши коробочки, ваши машинки, ваши кошельки. Я начинаю говорить. Качество у меня хорошее, мощность гигантская. Ну и, конечно, я располагаю тактической обстановкой от генштаба, так как я сам офицер. Понимаешь, да? Зато какой у меня опыт общения с русской пидор-свиньей. Блядь. Понимаешь, когда ты ебешь старую обоссанную русскую свинью здесь, в радиоэфире, а потом к тебе в твою страну заходит агрессор-оккупант, молоденький хуесос, блядь, глупая, блядь, на КШМке, сделанный в Советском Союзе и работает в открытом режиме по аналогам ключе, просто голосом, в том же самом пидор БТР. Там разные есть. У вас 4 модификации вот этих КШМа. И есть одна современная, ну, переделанная. Она называется ЕКШМ. ЕКШМ. Ну, там хуйня. Та же хуйня. Все те же советские антенны. Все то же самое. Ебать, ебать. Трусишь, Вань.